Статья президента будет интересна не только профессиональным историкам, но и подрастающему поколению казахстанцев. В этом уверен доцент кафедры филологии и этнологии Евразийского национального университета Думан Айтмагамбетов. Профессор отметил, что основная мысль этого документа – призыв главы государства изучать и гордиться истоками своей страны. Это отличное дополнение к программе «Рухани Жангру». Еще одна особенность статьи, по словам эксперта, ее практическая ориентированность, конкретные поручения, которые определил Нурсултан Назарбаев. Как раз вот эти конкретные шаги, я думаю, они как бы и приобщат, и дадут импульс развитию истории. Та же самая программа по тюркологии. Для съезд тюркологов ежегодно. Это тоже мощный импульс для изучения, для создания определенных мероприятий, развитию. Эта статья, она интересна будет не только для историков профессиональных, она интересна и для широкого круга читателей, учащихся, просто интересующихся историей. Основной месседж этой статьи, я считаю, что это призыв к гордости нашей страны,